На заседании правительства утвердили региональную программу комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей. Она разработана для повышения уровня обеспеченности услугами ранней помощи, а также для повышения уровня профразвития и занятости инвалидов региона. Объем финансирования мероприятий программы составит в этом году 33 миллиона, в том числе 21 миллион рублей – это средства федерального бюджета. Напомним, решение о выделении региону федеральной субсидии принято Министерством труда и социальной защиты России по результатам экспертной оценки. Средства предусмотрены в рамках федеральной госпрограммы «Доступная среда». Среди основных мероприятий – это оснащение реабилитационным оборудованием, в первую очередь, областного клинического центра медицинской реабилитации, детской клинической больницы номер 5, 4 образовательных учреждений, 4 организаций социального обслуживания. Также предусмотрено создание областного центра адаптивной физкультуры и 10 подразделений в различных отраслях. Предусмотрены программы обучения специалистов-реабилитологов. В целом комплекс мероприятий будет охватывать всех инвалидов, которые получают в текущем году индивидуальные программы реабилитации. А у нас таковых ежегодно Бюро медико-социальной экспертизы готовится 18 тысяч.